Здравствуйте, передо мной мойка высокого давления Nilfisk E142.9. Это производительная модель мощностью 2100 Вт. Надежная помпа из алюминия подает сильную струю воды. Давление регулируется и доходит до 140 бар. Воду можно забирать из водопровода или любой другой емкости. На входе установлен фильтр, отсеивающий крупные частицы. Температура воды не выше 60 градусов. Для лучшей очистки поверхности в специальную емкость заливается моющее средство. При помощи сменных насадок можно менять факел распыления. Аппарат снабжен шлангом на 9 метров. Для его сматывания предусмотрена специальная катушка. На корпусе есть держатель для кабеля и отделение для насадок. Благодаря большим колесам и телескопической ручке мойка очень мобильная. В вертикальном положении она занимает немного места. Может крепиться на стену с помощью вот этого кронштейна, который идет в комплекте. Вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.